Всем привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил. Это первая часть по магнитной рыбалке с Тимуром Подоросом. Вот магнит. Я купил. Он тяжелый. Он 2700, ребята, весит. Я его купил за 5000. Если бы не была скидка на Вайлдберрисе, мы бы его купили за 14000. Он даже, понимаете, он даже мощнее, чем у канала Жизнь Ве. Мы планируем сюда вот кидать его. Так, речешка. В следующий раз, Тимур, давай туда пойдем за школу. Если лайки наберутся и много комментариев, то мы пойдем за школу. Набираем 5 лайков и выходит вторая часть по магнитной рыбалке. Господи, мы пока это тащили, блин, из дома. Вон туда покидаем сейчас. Мы хотим... Давай там бочку. Вон, видите, бочка. Надо... Тимур... Тимур, подержи, поснимай меня. А я попробую закинуть. Мы пока шли, смотрите, уже зацепили гвоздики. Сейчас разматаем. Не надо разматывать, оно сам разматается. Так, это надо... А с этой улетит. Так, подожди, надо зацепить куда-то. Подержи пока камеру, если ты сейчас сделаешь. Так. Вот это если не нам хватит. Какой? Зачем? Это же мало. Думаю, что, далеко прям кидали? Да, на середину. Середину? Да. Побольше размотать надо. Размотай. Ну так, я думаю, хватит. Мы машинку там нашли, вон. Машинка вот старая. Вот этой машинкой закроем. Дал. И это мой. Я вчера его нашел здесь. Так. Вот так. И... Ой. Ну, зря ты надел новые вещи. Мы здесь очень сильно испачкаемся. Я думаю. Давай вдвоем закинем как-нибудь. Да, я закину один раз, потом ты по очереди будешь. Давай, попробуй закинь. Вот так, размахнись и закинь. Мы сейчас посмотрим, как он закинет. Ё-моё! На счёт три. Раз, два, три. Я в первый раз. Доставай, доставай. Ребята, я первый раз это делаю. Доставай. Да он сам такой тяжелый. Я знаю. Не, нет, гвоздики. Я, который мы нашли, отцепил. Новые гвоздики. Давай я попробую в другое место куда-нибудь закинуть. Блин, ребят, я в первый раз этим... Давай я попробую закинуть. А, он такой мощный. Давай я попробую закинуть. Тимур, это очень сложно. Подожди, я руки помою. Помой. Надо будет в следующий раз водички брать. Аккуратненько. Ох, ребята, я в первый раз этим занимаюсь просто. Мы с Тимур, я такой пришел к нему домой с магнитом. Тимур, давай. Раз, два, три. Блин, он соскользнул. Блин. Да ничего, помоем, Тимур. Ничего не будет. Если испачкался, помоем. Три. Три. Тащи, тащи, Тимур, тащи. Да что там не закидывается, когда мы его закинем? Ну, мы первый раз этим занимаемся, Тимур. Чего-нибудь нашел? Нет. Так, теперь я закидываю, на. Ой. Ребята, если наберем 5 лайков, то новая часть выйдет. Мы его что-то слишком далеко закинуть не можем. А потому что мы маленькие. Это надо... Раз. Два. О, хорошо. Я подальше закидываю. Потому что я видел, как я в жизни закидываю. Я немножко уже опытен. Тимур, что-то тащу. Отцепилась. Все, кто смотрит Жизнь Ве, знают то, что она находки отцепляется в этом. В
начале. Допустим, он где-то вон там, вот тут где-то зацепилось, да? Я знаю. Где-то тут зацепилось. Ребята, зацепилась находка? Нет, легкая, значит. Давай попробую я этот кораблик достать. Да зачем? Снимай. Там вроде металл, вон. Снимай, да, это вроде... как я, снимай меня. Давай. Раз, два, три. Почему, ты знаешь? Почему? Знаешь, почему у тебя далеко не улетает? Чё? Потому что ты одной рукой, вот так вот, надо двумя. А вообще, как жизнь вела, лучше раскручивать. Ну, у нас сил нет. Как раскручивать? Ну, прям вот он, хоба. А он вот так крутит. Но мы так не сможем. Мы еще маленькие. А он уже большой. Да не надо его. На кораблик нам нафиг надо. Может... О, подожди, может зацеплю. Да, зацепишь. А тут у него металла нет. Я знаю. Давай, знаешь, куда? Давай я закину. А давай вон там, где поближе к этому. Пойдем. Ребята, первая часть по магниту и рыбалке. Ставьте, пожалуйста, лайки на канал. Смотри. Опа. Сейчас возьмем веревку, ребят. И пойдем в другое место, вот сюда. Зацепил. Ай, блин, я утонул. Грязь. Металлолом ему, ребята, нашел. Блин, а что это так скользко? Жесть. Зацепилась. Сейчас, погодь, отцеплю. Набираем, ребята, 5 лайков. Выходит вторая часть по магниту рыбалки. Специально надел грязный шмот. Посмотрите на мои кроссовки. А носки-то у меня чистые. Ну, вообще без носков. Хорошо. Так, испачкается, как я. А нафига доска? Стоять? О, силач. Силач, ему закинул доску. Нормально там стоится? Подальше давай. Я пока это, канат поближе. Ребята, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Такой контент вы у меня видите. Первый раз. Господи, ай, я просто прилипаю. Ай, ой, ай, больно. Также сегодня выйдет, ребята, серия по Майнкрафту. Смотри, если что наступил. Если что наступить. Стой, наступил. Давай, кидай. Блин, он наступил. Натяжение есть. Ребята, пока ничего не достаем. Ребята, пишите в комментариях. Мы, может быть, да приедем. Мы... Пишите в комментариях, в каком районе вы живете. Это и скажите, может, у вас там есть рядом река какая-нибудь, и вы видели, что люди туда что-то скидывали. Вот, мы обязательно приедем. И это. Обязательно. Да, не. Поснимай. Мы обязательно к вам приедем, может быть. Да? Да. Если нас повезут. Если нас повезут. Мы приедем на ваш район. И все. Так. Блин, наступи. Наступил. И раз. И два. И три. Оу! Прям четко. Смотрим уже извне. Видите, на канат покажи. Натяжение. Да не, ничего, нет. Мне кажется, сорвалось. Я там приехал. Ой, я закину. Гаечка. Гайка? Дай подожди. Я как бы... Напомню, магнит весит 2700. Раз. 2700. Два. Ой, блин.
Раз. Два. Я знаю, куда. Возьми. Че? У меня есть что-то тут? Нет. Пошли, я знаю, куда. Бери магнит. Болты. Думаю, не нужны нам болты. Болт? Там болт. Большой? Да. Где-то вот такой болтик. А. Пока нам попадается, ребят, только болтики. Все, давай вот здесь закидывать. Тут? Вот. А, на эту вставать, на сетку? Да. Пока покажи. Вот. Сетка, ребят, на нее вставим. Стой, 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 стой. Канат, наступи на канат. Я буду держать. Ой. Наступи на канат. Я буду держать. И раз, и два, и три. Нет, давай я через легко надо закидывать. Вон на середину надо, а мы не можем. Слабо. Зацепил! Там что-то есть, ребят. Да, вон, торчит. И вот тут еще. Чё? Нет, тут это грязь. Вон торчит, ребят, покажи. Давай закинь, вон торчит она. Не так, будь здоров. Тимур, что-то есть. Да я попробую. Попробуй, я тебе пока сниму сейчас. Достану магнит. Снимай главное. Опа, что это? Есть? Это жесть, это полная жесть. Так, я отойду в сторонку. Она с Тимур закинет. Вон, ребят, находка. На, подержи. Да, я достану. Я хочу достать вон ту находку. Опа. Вам не видно, ребят? Ну, вон где черно. Там что-то есть? Нет. Что-то прилипло. Грязь. Грязь прилипает. А прикинь, золото достанем. Смотри. На, на, на. Давай. Это карабин прилипает. Ага. Ребята, смотрите. И раз. И два. И три. Снова куда три. Там что-то, ребят, есть находка какая-то? Ой, Тимур. Да за грязь. Сейчас, топы. Грязная работа, ребята, у нас. Вот, колесо, сейчас будем скупать. Все. Помоги! Дай-ка камеру. Давай. На паузу. И помогли. Сейчас, ребят, на паузу мы сейчас колесо притащим. Так, ребята, съемка продолжается. Где магнит? Вот наш магнитик. Мы нашли новое место. Тут оно к палке зацепилось. И не... Это от сетки. Ладно, да? Пойдемте, ребят, подальше. Где магнитик? Вот. Магнитик. Еще будем закидывать. В следующий раз позовем Сабину. Мы будем вдвоем кидать. А Сабина будет это. А прикинь, когда... Я знаю, пошли, будем... Я знаю, откуда будем кидать. Пошли. А куда? Вон с того берега, там не засасывает.
Давай в следующей серии, если наберется 5 давай лайков. Давай лучше там же. Мы вообще сейчас испачкаемся. Тима, мы туда полвека идти будем. Да вон, обойдем и все. Ну а что, ты не хочешь достать, что там за находка? Я знаю, что думаю? Давай, если наберется 5 лайков, то мы пойдем. Давай. Чтобы интрига какая-то была. Так, пока на. Здесь поснимаем. Ребята, грязная работа у нас. А что? В следующий раз сапоги надеть. И раз, и два. Подержи, поснимай. Вот тут были мои кроссы. Господи, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк. Вот наш магнит. Два. И... Три. Жопу подотри. Давай. Кидай. Давай уже заканчивать серию, Тимур. Всё, давай. Давай, я сейчас последний раз кидаю и заканчиваю. Снимай. Господи, выдели бы... Нет, я кидаю, дай. На, снимай. На, снимай. Туда. Ты там походу зацепил. Закинь еще. Заканчивать. С вами был я, Эмили Мил. Всем Тимур, всем удачи, всем пока-пока. Вот зацепил. О, чекай, что-то зацепил. Ага, больше. Не то, реально. Нет, это кость. Блин, это я нашел-то. А может я сниму это? В кроссовки зайду. Хотя, блин, это почему? Смотрите, ребят, видно на камере. Опа!
Мы просто уже хотели все. Да, и такие, просто я пошел смотреть, находить не пал. И такой, увидел здесь. Опа, тащит. Это вот эта большая штука не камень, а металл. Ну я его увидел, что да? Раз, два, два, три. Опа, парк. Сейчас бы кто-нибудь положить или камеру, она бы снимала. А то я хотел бы выходить. О, зацепил? Вон какой-то. Да нет, стекло. Ребята, жесть просто. Я весь в грязи уже. Давай куда-нибудь положим камеру. Thank you.
нашел я. Магнит, вон Тимур. Ну, достали. На этом будем заканчивать. Ребят, с вами был я, Мими.